В рамках фестиваля «Весна в Юргу» состоялось подведение итогов ежегодного литературного конкурса «Восхождение на Парнас». Конкурс собрал не только молодых поэтов, но и прозаиков, которые учатся в Юргу. В связи с пандемией формат пришлось изменить. Раньше у нас конкурс проходил здесь и сейчас. То есть ребята приходили со своими работами, выступали, и жюри здесь же выставляли оценки. Сейчас мы усложнили конкурс, мы сделали его очно-заочным. То есть заранее собирали работы. Это нам позволило привлечь еще и прозаиков. До этого конкурс был только поэтическим, а теперь он и поэтический, и прозаический. В этом году мы собрали 18 работ. Это средний уровень. Было время, когда приходили и по 25, и по 30 участников. Но в условиях, которые общечеловеческие, да, в условиях пандемии, в которых мы находимся, я думаю, что это результат хороший. На мероприятии прошел очный поэтический турнир «Поехали». Он посвящен 60-летию первого полета человека в космос. Конкурс состоял из трех этапов. По итогам голосования выбрали одного победителя. В качестве приза ему вручили билет «Захватывающее путешествие по лабиринтам космоса». А участников и победителей заочного этапа конкурса наградили дипломами. Я заняла первое место в номинации «Дебют». И это номинация прозы. Я очень давно не писала и взяла произведение, которое у меня вышло лучше всего, и которое тоже участвовало в конкурсе и заняло первое место в Челябинске. Это произведение, оно очень личное, так сказать. Оно про город, про мое взаимоотношение с родителями, про любовь. В общем, там очень много тем. И я рада, что победила в этой номинации. Литературное сообщество «Юргу» существует уже более 20 лет и всегда ждет талантливых и амбициозных юных поэтов и прозаиков. Занятия проходят по четвергам в 3 часа в репетиционном зале «Юргу».